Чувственные оттенки так и манят к себе покрывало, винтажные цветы. Сегодня это специальное предложение дня. Это очень здорово, что у нас есть самый выгодный товар сегодняшнего дня. Это покрывало винтажные цветы. Я выбрала его не случайно. Для центрального товара дня всегда предложения особенные. И, Леночка, это предложение действительно отличается, наше покрывало винтажные цветы, от того, что мы раньше предлагали. Собирает оно в себе все самые последние тенденции текстильной моды. Вы видите перед собой перламутровые тона, приятные молочные оттенки, цвет слоновой кости, жемчужные тона. И вот именно эти оттенки в 2017 году являются самыми модными и популярными. Так что вместе с нашим спецпредложением дня ваш интерьер пойдет в ногу со временем. Вы только вглядитесь в эти чувственные тона. Яркие краски цветов на нежном молочном покрывале. Красиво смотрится. Не просто красиво, а очаровательно и изысканно. И ты знаешь, Лен, я бы предложила такое покрывало прежде всего в комнаты небольшие или в комнаты, лишенные солнечного света. Может быть, ваша комната выходит на теневую сторону, и вам не хватает света и пространства. Вот знаете, что вот такие оттенки перламутра, светлые тона с блеском декоративного шелка, они будут отражать свет люстры, и комната будет озаряться приятным мягким лунным светом, и будет казаться, что она гораздо просторнее, чем есть на самом деле. Юль, ну ты правда хочешь сказать, что одним покрывалом мы можем решить наше пространство, увеличить его зрительно, при этом придать комнате богатство и роскоши? Да, и кровати, здорово. Причем любой. У нас два размера. О. Стандартный размер мы с вами постелили на диванчик, потому что наше покрывало винтажные цветы можно использовать не только в спальне, а еще и, конечно, в гостиной, для того, чтобы украсить и для того, чтобы преобразить интерьер. Ну, а большой размер Евромакси, Лен, искала, нашла. Юля, это здорово, что у нас есть два размера, потому что если мы покроем кровать и рядом диван, то наш интерьер заиграет единым ансамблем. Совершенно верно, можно так и делать, и многие так и делают, потому что размер евро 200 на 220 очень хорошо подходит и к большим креслам, и к диванам, и, безусловно, можно создать гармонию в интерьере только с помощью одного покрывала. Оно на это способно. Ну а 230 на 250 закроет даже самую нестандартную еврокровать. Вы видите, с бортиками в пол она будет выглядеть по-королевски. Вообще мне нравится очень сильно, и нравятся вот эти краски. Как красиво и реалистично сейчас дизайнеры располагают цветы и лепесточки на покрывалах. Как они это добиваются? Да, здесь фотопечать. Здесь фотопечать у нас вот такая замечательная композиция в центре. Кстати, это купонная композиция, то есть это особая технология кроя и нанесения рисунка, которая говорит о качестве, потому что не каждый производитель может себе это позволить, а только тот, который зарекомендовал себя уже на рынке. Здорово, вот это да, вот это специальное предложение. Вы сегодня его получаете по специальной цене. Забирайте комплектом, забирайте и диванный комплект, размер, и кроватный, у вас получится один единый интерьер. Вы только представьте, какая красота сегодня у нас, яркие жемчужные цвета. Мне нравится, мне кажется, я в них уже влюблена. Конечно, и я тоже, я обожаю светлые оттенки. Вообще здесь очень собрано еще много теплых тонов. Я тоже сделала это неспроста. Все-таки у нас сейчас холодное время, время, лишенное красок. И, к сожалению, да, мы немножечко, бывает, подзаскучаем, и вот такая вот печалька нас накрывает. Но мы с вами поборем и с позитивом зайдем, конечно же, в Новый год с замечательным спецпредложением дня. Вот мне очень нравится, что здесь много теплых тонов. Они будут способствовать вот такой уютной, согревающей, правда, атмосфере в доме. Обязательно хотя бы в одной комнате украсьте дом в теплых тонах. Вот так зимой. И хочется, знаешь, спеть песню «Не надо печалиться, зима вся впереди», а у нас теплые, приятные краски, которые согревают нас, которые украшают наш интерьер и делают его неповторимым. Здорово, но я вот трогаю наше покрывало на ощупь, гладкое. Невероятно. Это шелк? Да, это шелк, но это шелк нового поколения, шелк декоративный. О. Вот если натуральный шелк стоит очень дорого, и над ним, как моя бы бабушка сказала, ой, да, надо дышать. Конечно, просто его не погладить, не постирать. Он же может порваться в любую минуту или зацепиться. Совершенно верно. А с декоративным шелком совершенно все по-другому. У него очень хорошо стоит дело с практичной стороны. Так. Да, действительно, эстетическую красоту натуральной ткани шелк повторяет декоративный, но гораздо прочнее. Он совершенно неприхотлив в уходе, он не теряет форму, огромное количество раз его можно постирать. Декоративный шелк, в отличие от натурального, отстирывается даже от жировых загрязнений,
достаточно холодных температур. И это, конечно, несомненно, его достаточно. А у меня вопрос, как зацепится? Вот у моей мамы, например, кот, она ему не подстригает когти, но бережет его. Он постоянно вот прыгает на кровать, зацепит, будет затяжка. О, если у вас тоже есть животные, как у нашей Леночки, тогда выбирайте практичные, крепкие материалы, такие как декоративный шелк и винтажные цветы будут радовать вас долгие годы. Но смотри, Лен, я перевернула неспроста наизнанку нашу покрывало. Интересно. Точнее, изнаночной стороны нет, просто есть вторая сторона. Вторая сторона двусторонняя получается. Да, у нас получается наш покрывал винтажные цветы двусторонняя и вторая сторона с теплым, приятным прикосновением хлопковой микрофибры. Да, то я есть, чувствую. Да, почувствую, прикоснись, уже совершенно другие ощущения. Это говорит о том, что винтажные цветы можно использовать как легкое летнее одеяло. Вот так вот, даже три в одном, да, получается у нас двусторонняя покрывало винтажные цветы, с одной стороны яркие шелковые цветы, с другой стороны хлопковое приятное полотно, плюс еще и покрывало, которым мы можем укрываться, например, летом или когда нам жарко. Подарите себе эту красоту, подарите себе жемчужные оттенки в вашей спальне, украсьте свой дом жемчугом. Винтажные цветы, украшение любого интерьера. И не забывайте, что это функциональная вещь, то есть это три в одном. Покрывало с одной стороны, с другой стороны и легкое одеяло в жаркую пору. Прекрасное, да, покрывало одеяльного типа наш хозяюшки любит, я знаю, потому что многофункциональные вещи, они хороши вдвойне, можно использовать и как декор, и как дополнительные спальные принадлежности. А еще мне очень нравится, вот ты знаешь, я люблю, чтобы в интерьере все было с иголочки. Ой. Вот как-то привыкла, но чтобы все блистало. Ой. Поэтому вторая сторона еще и хороша с точки зрения того, что будет задерживать наше покрывало. Вот, оно не убегает, видите, как оно ровненько располагается, прямо вот оно не бугрится, не топорщится, и ваше любимое место отдыха с нашим спецпредложением дня винтажными цветами всегда безупречного. А я думаю, ну в чем секрет? В чем секрет нескользящей ткани внутри? Оказывается, вот оно что. Хлопковая ткань держит покрывало, и оно не ездит по кровати. Это прекрасно. Но, Юль, я чувствую, что там внутри еще есть синтепон. И да, мне важно, если это синтепоновое прошитое полотно, то значит мы должны его особым образом ухаживать. Сколько раз и как часто его нужно отдавать в химчистку. Ты знаешь, я тебя успокою, никакого сложного ухода. Совершенно не с винтажными цветами. Мы бросаем в стиральную машинку наше покрывало. Евроразмер высыхает примерно в течение 4 часов. Вы видите, что совершенно не требует глажки наше покрывало. Оно держит замечательную форму и всегда будет блистательно выглядеть ваша роскошная кровать или ваш диванчик. Ну что ж, тренды. Самое главное, что ваш интерьер будет современным. Радуйте себя. Порадуйте себя этими жемчужными оттенками. Покрывало винтажные цветы ждет вас. Подарите этот яркий букет себе или преподнесите в подарок. Отличный подарок на любой праздник, на любой повод. И цена приемлемая.